Данил Васильевич, поселок Горнореченский, читает стихотворение Андрея Дементьева «Сон». «Когда я дома долго не бываю, то снится мне один и тот же сон. Я в доме нашем ставни открываю, хотя давно живет без ставни там. Но все равно я открываю ставни, распахиваю окна на рассвет. Потом во сне же по привычке давней, я рву жасмин, и в доме несу букет. Отец не доверяет мне жасмина, и ветки все подравнивает сам. И входит мама, говорит, как мило, цветы подносят к радостным глазам. А после ставит тот букет пахучий, кувшин, который я давно разбил. И просыпаюсь я на всякий случай, поскольку раз уже наказан был. И все меня в то утро беспокоит, спешат тревоги вновь со всех сторон. И успокоить может только поезд, что много раз разгадывал мой сон.